Ты красавчик? А я? Да, в смысле? Всем здорово, народ, вы на канале Бублик Channel. Я вещаю прямо из своего дома в МТА провинции, потому что сегодня у нас с вами будет очень интересный ролик, связанный с Беном. Да, тем самым Беном, который завирусился во всем интернете и является, я думаю, сейчас главным мемом, ну, по крайней мере, у стримеров и у всяких блогеров точно. Итак, для чего я его сегодня взял? Я хочу протюнинговать победу. Ой, да я нажал. Вот. Победу. Победу, которая ГОС-0, для тех, кто не знает, эта победа была выиграна, я ее выиграл на 9 мая 2 года назад. И прикол этой победы в том, что у нее ГОС-0, продать ее никому нельзя, и при этом она не занимает слотов. Абсолютно, то есть вот она у меня есть, но слот она не занимает, просто существует и все. Но зато ее можно использовать как для хранения номеров, потому что кататься на ней это просто сущий ад, она очень медленная. Короче, просто тачка, я решил, что ее нужно затюнить. Сначала у меня были мысли с Алисой, но так как появился Бен, я думаю, пришло время и протестить, как он будет тюнить автомобиль. Ну а перед началом всего этого кипиша я бы хотел попросить вас подписаться на канал, подписаться на мою группу ВКонтакте, на мой телеграм-канал, все ссылочки есть в описании. Также поставить лайк под этим роликом. Ну и мы с вами начинаем. А, ребята, и совсем забыл, огромное спасибо Максиму Онищенкову, который вообще мне написал про идею с Беном, и тогда мне уже пришла в голову идея, что это можно сделать с победой. Короче, спасибо пареньку. Ребята, обязательно пишите мне различные идеи в ЛС ВКонтакте, ссылка есть в описании, я всегда отвечаю и могу взять вашу идею в ролик. Итак, ребята, я приехал, я снял 2,5 миллиона на всякий случай, потому что мало ли что Бен нам тут может выбрать. Значит, я решил не растягивать ролик, и я буду спрашивать, то есть, прям максимально так, знаете, поверхностно, то есть у нас прям точности какой-то не будет, как с Алисой, чтобы получилось интереснее и было как-то побыстрее все это дело. Приступим. Бен, мне нужно выбирать между Кэнди двухцветной и хамелеоном? Мне нужно выбирать между Кэнди двухцветным и хамелеоном. Мне нужно выбирать между Кэнди двухцветкой и хамелеоном. Да пошел в жопу, тупой дурак. No. В смысле, no? Мне нужно выбирать между Кэнди двухцветной и хамелеоном. Yes. Так, мне нужно выбрать двухцветку. Мне нужно выбрать Кэнди. No. Мне нужно выбрать хамелеон. Хорошо, хорошо. Yes. Не ест ничего. Мне оставить хамелеон таким, как он сейчас есть? Мне оставить хамелеон таким, как он сейчас есть? Мне его сделать красным? No. Сделать белым? Сделать желтым? No. Сделать зеленым? No. Сделать голубым? Сделать розовым? No. Сделать синим? No. Да ты достал! Скажи хоть что-нибудь. Сделать оранжевым? Сделать фиолетовым? Сделать голубым? Yes. Он неужели, бля? Сука. Так. Давайте сразу же перейдем. Да не экай мне тут, когда я говорю. Это будет тяжело. Сделать голубым? Сделать голубым, я тебя спрашиваю? Yes. Yes. Блин, а я запись забыл там включить. Да и хрен с ним. Так, yes, голубым, отлично. Все, у меня у нас и там голубой, и тут голубой. 540 тысяч, Бен, ты норм? Ничего смешного. Так, ладно. Ребята, сейчас у вас на экране появится Бен. Просто я до этого забыл включить запись, поэтому только сейчас у вас появляется. Так, нам делать тонер? No. Ты вообще ты не хочешь затонировать? Yes. Ладно. Фары ставим? Фары, фары. Цвет фар меняем? Цвет фары, я тебя спрашиваю, меняем? Ты мне можешь нормально сказать, нет? Фары меняем? Yes. Какие ставим? Красные? No. Голубые? Небесно-голубые?
Синий? Зеленый? Оранжевый? Фиолетовый? Бирюзовый? Спасибо. Так, колеса. Ну, колеса мы 100% меняем, да? Колеса ж меняем? Колеса меняем? Yes. Ну вот и все. Так, yes. Сначала дорогие смотрим или сначала дешевые? А, как он на это ответишь? Что за вопрос? Сначала дорогие? Сначала дешевые? Дорогие? Может, ты хочешь средние? Yes. А, ну тогда, тогда ладно. Так, ну средняя 1600-800, я думаю. Давайте какие-то сейчас найдем просто. Я не знаю, как они выглядят. Вот эти вот. Блин. Я не знаю, реально, за 600 тысяч какие есть. Какой? Эти? Может, эти? Что тебе еще показать? Эти? О, ну серьезно? Ладно. Так. А, нет? Не серьезно? Эти хочешь? Ну давай, все, последний раз я спрашиваю, эти? Ну и пошел в жопу, тогда тебя оставляем. Так, изменяем радиус, значит, смотри, вот так оставлять? Вот так? Вот так сделать? Ну, понял. А, так, ширину задних оставляем? А, вот так сделаем? Тогда получается вот так. А как? Тут по-другому нельзя. Ну давай еще раз тебя спрашиваю, вот так? Ладно, вот так? Вот так? Вот так? Достал, я уже все варианты испробовал. Вот так? Вот так оставляем? Ну и пошел в жопу, значит, в дефолте оставляем. А эти передние изменяем? Не изменяем. Вылет задних колес изменяем? Нет? Еда это что? Это нет или да? Нет. То есть изменяем. Yes, нет, нет. А, понял. А, хорошо, вылет передних колес меняем? Да или нет? Вылет колес меняем? Все, понял. Так, только это изменил. Хм. Нормально получается. Так. Цвет дисков меняем? Понял. А, пишем что-то на колесах? На колесах что-то пишем? На колесах что-то пишем? Понял. Настройка. Так, высоту подвески меняем? Высота подвески меняется? Высота подвески меняется? Почему? Но ты хоть раз yes скажешь? А пропорции подвески меняем? Ты вообще все оставил как было. Только колес поменял. Да, yes, вот именно yes. А что ты сейчас yes, конечно? Так неинтересно. Давай хотя бы, может, ну, колеса, я не знаю, там, изменим какой-то радиус, я не знаю, ширину. Поменяем ширину, может? Настройки колес давай изменим. Ну, давай. Некой, блин. Изменяем настройки колес? Колеса изменяем, я тебя спрашиваю. Я сколько я вырежу этих... Да, не ноу, блядь. Вырезаю этот, изменяем настройки колес? Ну давай изменим. Колеса меняем? Наконец. Надо с тобой тихо, да, надо общаться, хорошо. Ширину меняем? Ширину передних. Ширину передних колес меняем? Yes. Хорошо. Вот так? Yes. Понял. Вылет задних колес меняем? Ho-ho-ho. Что делаем? No. Нет. Ладно, вылет передних колес меняем? Yes. Вот так? Вот так? Yes. Понял. No. Понял, я не ноукой. Так, все, давай еще раз цвет спрашиваю тебя. Цвет меняем? Давай поменяем, достал.
Вот такой тебе нравится? Yes. Все, отлично, раз нравится, тогда ставим. Так, давай еще раз надписи ставим. Ну давай напишем. Yes. Все, спасибо. Спортивная? Адван? Автоспорт? Оффроуд? Кастомный? Yes. Твою! Какой ты пёс! Я такой думаю, сейчас я выберу кастомный, и он по-любому скажет, ес, какой ты пёс! Ты реально пёс! Ёб твою дивизию! Давай, сейчас вот всё, что ты... То, что ты скажешь, Бен, то и допишем. Хо-хо-хо, понял. Да я трачу деньги, ёб твою. Yes. Да чё есть-то? Ты знаешь, что ты сделал? Хоу-хоу-хоу. Ладно. Колеса. Все, давай, подвеска. Последняя осталась. Давай, Бен. Меняем же подвеску. Yes. Отлично. Вот так? Так делаем? Yes. Понял. Пропорции. Вот так? Вот так? Так, Бен, подожди. Ладно, не жди. А это норм, да? Так и должно быть. Вообще, Бен, тебе нравится машина? А нахуя ты ее такой сделал? Что ты сделал с машиной? Что это такое? Какая дичь! Люди ж подумают, что это Алиса сделала. Кстати, он краску, видите, как подобрал красиво, голубой голубому. Все, ладно, Бен, давай, удачи тебе. Спасибо, что нам машину испортил. Мы погнали. Да давай, уходим, все. Ну, по-братски отпусти. Все, давай, удачи. Все, пошел в жопу, Бен. Достал этот Бен, реально, вообще дурак неумный. Все, смотрите, что он сделал. Значит, у нас вышла тачка в 2 миллиона рублей. Я это куплю, и вы что думаете, я не куплю, я куплю. Да простит меня победа за то, что я с ней сделал сейчас. Вы вообще когда-нибудь такое видели? Вот, ребята, кто-нибудь такое когда-нибудь видел? Вы вообще посмотрите просто, что происходит. Спасибо. Просто чел в меня врезался и уехал. Ну, то есть он даже меня за машину не считает, да? Вообще, сколько онлайн? Онлайн 269 человек. А я сейчас попробую каким-то образом доехать до БУ. Хотя я уверен, что я сейчас потрачу на это в районе минут 20. Но нам нужно увидеть все-таки реакции игроков. А там уже дальше посмотрим. Боже, Бен, за что ты так с победой? Ну вот просто за что? Что она тебе сделала? Ой, блядь, это ужас. Это реально ужас, ребята. Ну, такого даже Алиса не делала. Он сделал стиль, утиль, реально просто. Ну вот посмотрите, вроде бы как-то и стильно смотрится, вот как она... жопой просто цепляет асфальт. Кстати, это метнул. Спереди это вообще жесть. А настолько высоко. Какая проработанная моделька. Короче, все, ребята, встретимся на БУ, посмотрим на реакции игроков. Нормально? Так, ребята, я подъезжаю к БУ, и самая максимальная скорость, которую я смог развить, вы ее видите сейчас. Она была, точнее, 65 км в час. А вот, машина больше не едет из-за того, что трется об асфальт. И сейчас мы заедем на БУ и посмотрим на реакции игроков, которые здесь находятся. Кстати, здесь довольно-таки много игроков. Хотя на онлайн 267 человек. Ох, ё-моё. Ты долго не пришли заходить за реакциями. Как тебе? Это тот же самый бакинский передок, да? Да, да, это он самый. Сука, пиздец. Нормально, она кайфовая. Ебать. Бэпан. Бэпан, говорит. Так. Ты чё сделал? Ты чё, Карин, сделал? Ты чё, прикалываешься? Ты чё с машиной сделал? Это не я. Что нет?
просто побили, нахуй. Это не я. Ставь мне такие диски. Это Бен. Вы посмотрите все в чат, просто сразу же подбежали. Чё, какие диски? Это не я, ребят, это Бен. Попроси бы она, чтобы мне еще такие диски. А сколько денег отдал на это пилку? А вот кто угадает, сколько денег было отдано, да, вот тому дам 100 тысяч. Анаконда. 4 миллиона. Полторы. По одному разу только угадывайте. Кто ближе всех будет, тому и дам. Пушка, гонка, анаконда. Так, Рэйф Морган, 2, первый он сказал 2. Мне кажется, 3,5. Лям 250. 3,5. Нет, ну все, самый близкий ответ уже был дан, и самый первый его сказал Ральф, это в 2 ляма. Там 1 930 000 вышло где-то. Ральф, кидай банковский счет. Как вам вообще, пацаны, вы можете мне сказать реакция, что там вам нравится, не нравится? Пушка, гонка, анаконда. Клево. Просто жестко. Так, Ральф, переводим 100 тысяч. Суета. Ральф перевел 100 тысяч. Заберу. Спасибо большое. Вот. Я думал, тут только нормальные тачки вот. Вы посмотрите, что Ральф. Ой, что, господи, Ральф, что Бен еще написал. За 500 тысяч. Короче, как-то так, тут все в шоке, все ходят вокруг автомобиля, просто не понимают, как можно было вообще сделать это с победой. Чего? Это еще и хамелеон. Да, это хамелеон. Здорово, а что стоит в чайнике? Какой хамелеон? Знаете, что прикол? А, на победу два цвета делается, то есть и сверху, и снизу, и он и там выбрал голубой. Я знаю, как на Ле Феррари водили. Да, да, и он и там выбрал голубой, в итоге она одноцветная получилась. Короче, ребята, вот такое вот у нас получилось видео. Припарковал я победку, будет она стоять здесь, пока я не решусь ее перетюнить. Потому что, ну... Рычаги сказали пока. Хотя бы занижение вот это убрать, чтобы она ехала. А то она и так не ехала, а с этим она вообще ужасная. Короче, Бен нам сделал вот такой вот подарочек судьбы, ребята. А вы обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Если хотите продолжение с Беном, пишите об этом в комментариях. Найдем какую-нибудь тачку, затюним ее. Но на этом я заканчиваю. Всем удачи, всем пока-пока.